В Десногорске проходит 15-й международный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного энергетика России, директора Смоленской АЭС Сергея Крылова. 8 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошло открытие турнира. Участие в нем приняли спортсмены из 18 городов России и Белоруссии. Десногорск представляют две команды – воспитанники клуба «Ринг» и секции бокса физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Поприветствовали участников турнира директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский, заместитель главы города Александр Новиков, заместитель председателя профсоюзной организации Михаил Таран и ветеран САЭС. Спорт – это дисциплина, спорт – это друг, спорт – это взаимопомощь, спорт – это товарищество. Он ко многому обязывает. Молодым он дает возможность сформироваться и задает такую базу, которая потом в жизни, она ему пригодится. Почему? Потому что, опять же, дисциплина – раз, преодоление самого себя – два. Преодоление трудностей, воля к победе. Ежегодно в турнире принимают участие как профессионалы, так и ребята, которые только начинают заниматься этим видом спорта. Первый день на ринге встретились новички и поделились своими эмоциями с нами. Хорошо, то, что я выиграл, я радостный. Бой я провел нормально. Первый раз я выиграл. Я хочу стать чемпионом. И что все такие же были. Торжественное закрытие турнира и награждение состоится 11 ноября в 13 часов.